О преподобном ученику Афанасию, во милении души сердец, помолимся. Почтися скоро о нас предстателю, благоприятным Твоим ходатайством, умолите Господа, да ниспослет нам тихое и богоугодное житие, врачует Своею благодатью наши болезни душевные и телесные, согреет наши сердца любовью друг к другу и сотворит ны братолюбны и единомысленны. И спроси такожды у Господа и всего потребного для жития нашего телесного, земли плодородия, благорастворения воздуха и мирного устроения. Страну нашу, веси и грады, охрани молитвами Твоими от огня, потопа, труса, вражеского нашествия и внутренних нестроений. И даже приспеет час кончины нашей, утверди в нас память смертную, да и мы в истинном покаянии и чистом сведении совести нашей, представши ко Господу, сподобимся десна восстояния и со всеми святыми воспоем славу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Наставниче мой.